Если б в Африку спешить не было причины, мы не знали если бы, что... Если кто помнит выступление предыдущего года, если кто не помнит, я потом объясню. Вот, в частности, Сорины, Наум и Лиля. То есть ты напомнишь, что и второй дисклеймер... Уже непонятно. Относительно некоторых людей используется вот из года в год все та же тема, и вот мне эти ребята, ну, так не было. Солнце по небу гуляло, и за тучу забежало. То большая крокодила солнце, а? И в платье. Наступила темнота, не ходи за ворота. И взывает Домингир, солнышко, вернись, ты слышь, в небе солнышко обидно, и тропы в лесу не видно. Меж домами солнышко мечется, в темноте вместе метится. Из окна к ты целый год твердил мне, что полно работ. Ну а теперь, Мишань, пойдем, кроватку крепкую найдем. Повезло мужику, да? А Колдофин в темноту взял гитару. Да не ту! В дополнение к мытарствам потерялся Каподастр, а вслед за ним Марина. Саш, ты не видал, где Беня наш? Один Либерман только не унывает. Он фильмы свои и во мраке снимает. Ему темнота не помеха достичь в режиссуре успеха. Лиля собрала зверье прошлогоднее свое. Козла, тюленя и орла. И филина не прогнала. Вы бегите, как медведю, в берлогу. Позовите-ка его на подмогу. Хватит квери оптимальные писать. Надо солнышко идти замечать, а медведь им в ответ. Мне, братки, с крокодилой воевать не с руки. И считать уж бросил, сколько подряд лет на этой крокодиле жена. Без меня вы отправляетесь в путь, коли солнышко решили вернуть. Козел сказал, на босу ногу. Я не могу идти в дорогу. Орел умчался в облака, а филин ухо, если кто-то задумался. Да по уму мне это солнце не почему. Говорит медведь. Ну что ж с них взять? Самому все надо делать опять. Только крякнул медведь и идет крокодиле своей в огород. Она там туда-сюда ходит, круглым пузом на грядку не ходит. Согревайтесь, поспевайте аубержинчики, сладким соком наливайтесь апельсинчики. И сказал он, солнце ты отпусти, будет сверху оно ярче светить. А как солнце на небо взойдет, Миша нам пирогов напечет. Пирогов, сказала крокодила, рот разинула и солнце упустила. Ой, держись теперь, кудацкий дружок, ну придется тебе печь пирожок. Если б в Африку спешить не было причины, мы не знали бы, что мы справимся с пучиной, что не страшен будет нам шторма, свист и